Динара, посмотри, какой завораживающий вид открывается из этого дуплекса на 9-м и 10-м этаже ЖК «Престиж Бадамзар». Шикарный вид, Максим. А сколько комнат в квартире? А комнат, Динара, здесь аж 5. Общей площадью 210 квадратов, а еще 3 санузла и отдельная котельная. Очень удобно для большой семьи. На верхнем уровне этой квартиры расположились зал, студия с кухней, родительская спальня с своим санузлом, общий санузел и еще кладовая. А как красиво и уютно здесь все сделано, даже есть камин. Вау, это родительская спальня. А еще у нее есть свой отдельный гардероб большой, посмотрите, какой санузел шикарный. Очень просторная уборная, унитаз с подвесной инсталляцией, комфортный душ и раковина. А это уже общий санузел, также со всем необходимым под ключ, даже стиралка есть. А кухня-то здесь какая, мне бы такую. А теперь приглашаем вас на первый уровень этой квартиры. Динара, чем он богат? На первом этаже этой квартиры находятся 3 спальни, санузел и котельная. И чтобы быть в курсе хорошей недвижимости нашей столицы, подписывайтесь на наши каналы. Как в отдельно стоящем доме, своя отдельная котельная. А это санузел первого этажа, так же, как и другие, с тропическим душем. Кстати, жилой комплекс находится очень близко от мечети Бадамзар. Динара, что здесь еще есть? Сам дом находится над единым окном Юнусабадского района. Также здесь есть поликлиника номер 6. В одной из комнат на первом уровне есть также свой балкон. С красивым видом на нашу столицу. И последняя заключительная комната с прекрасным видом на башню МБУ. А самое главное, Динара, что сейчас нужно будет сделать? Вам нужно поставить лайк, написать комментарий и подписаться на наши профили.